Внешний вид Челябинска кардинально изменится к 2020 году. За 5 лет появятся новые дороги, гостиницы, конгресс-холл и аэропорт. Их построят специально к саммиту ШОС. Последняя встреча глав стран-участниц международной организации прошла в июле в Уфе. Как город подготовился к приему высоких гостей, сегодня показали губернатору Челябинской области. Я понял, что был просто фундамент, и вы его подняли, да, за какой период? За полтора года. За полтора года. Представители Республики Башкортостан рассказывают, раньше на этом месте стояли гаражи, теперь гостиница международного уровня. Ее площадь почти 50 тысяч квадратных метров. Это 200 номеров, ресторан, развлекательный комплекс, спортзал, 5 конференц-залов и подземная парковка на 400 мест. Застройщик уверяет, номеров могло бы быть и больше, но тогда не удалось бы выполнить требования международной комиссии. Достаточно вообще 2 комнаты. Сблокировать, и получится хороший номер, там, 50-60 квадратных метров. Но требования минимум 150 квадратов. Этот гостиничный комплекс – один из объектов, который построили к саммиту ШОС. Он проходил в Уфе в июле. Сегодня отель осматривает Борис Дубровский, ведь Челябинск может принять саммит в 2020 году. Ожидается, что в город приедут около 6 тысяч статусных гостей, представители 8 стран мира, в том числе президенты. Это значит, что нам кажется, что при этом Челябинск должен кардинально измениться, должны как-то появиться некие новые объекты, новая инфраструктура, новый вид Челябинска. В принципе, это все мы делаем именно для жителей Челябинска. Все остается людям. Кардинальные изменения ждут аэропорт. У него появится новое здание. Специально построят гостиницы и конгресс-холл, где будет проходить деловая часть. На это у Челябинска есть 5 лет, подчеркивает Борис Дубровский. Уфа с задачей справилась за 3 года. Например, полностью реконструировали театр оперы и балета. Именно здесь проходило открытие саммита с участием президента страны Владимира Путина. А это набережная реки Белой. Ее тоже реконструировали, чтобы показать гостям красоту города. Сейчас по берегу проходят асфальтированные велосипедные и пешеходные дорожки. Установили освещение и сделали смотровые площадки. Во время подготовки к саммиту Уфа вложила в развитие города миллиарды рублей. Это и деньги местного бюджета, и федеральные средства, и инвестиции частных компаний. Реконструкция объектов в Челябинске начнется уже в ближайшее время. Матвей Кондрашов, ОТВ.